Я сейчас, короче, слушаю интервью конспиролога этого канала RuPaul. И он говорит, его там зрители канала RuPaul спрашивают вопрос, ну точнее, короче, спрашивают разные вопросы там. И вот меня просто шокировало его ответ на вопрос. Его спросили. Я своими словами, я потом, если возьмусь за это дело, то я подробно выложу вот этот фрагмент, где ему задают вопрос в интервью, и он отвечает. Выложу скриншоты, где евреи пишут ему хвалебные отзывы и, скорее всего, еще донатят ему, что просто шокирует. И сборник стримов его полностью антисемитских, где он там просто не счесть, сколько он он стримил совместно с другими конспирологами, отъявленными антисемитами. Один из них из Финляндии, это национал-социалист, прожил такой максимальный и когда его спрашивали насчет сексуальных кое-каких девиаций этого национал-социалиста из Финляндии, конспиролога, антисемита, тот говорил, не пойман, не вор. Говорил, хотя там просто пропаганда идет, бедобирство полнейшее, изощренное при помощи НЛП там, и он это не скрывает, он еще, когда я его спрашиваю, он угорает, он издевается и угорает над этим, и он, когда я его спрашиваю, он там это просто пиздец. Он не просто. Он говорит, что да, там, типа охуенный, блядь, я такая, блядь. Это просто пиздец. И, короче, это ладно. Ну, нет, это не ладно, блядь, но. Короче, суть в том, вот его, я сейчас слушаю, его, вот этого другого конспиролога, короче, не из Финляндии, который, этого я. Уже все, забудем про него. Короче, вот этого антисемита. Его спрашивают интервью. Вот там зрители написали, как вы относитесь к евреям? Ведь вы там типа антисемит. Ну, я потом вам точную вырезку покажу. Хотя я боюсь, что если я это сделаю, он просто забанит мой канал, как он это сделал уже один раз в 2018 году. Ну, еще и уголовное преследование сделает реальное в отношении меня, как и в отношении всех, кто ему чем-то не понравился. Он делал тех, кто его критиковал там по делу. И угрожал. Короче, его спросили, вы про евреев, как вы относитесь к еврейским, к евреям? Ведь вроде вы говорили, что они повинны во всех мировых заговорах. И знаешь, что он отвечает? Я просто в ахуе, что он ответил. Это просто нереально, не может быть такого. Он ответил, что это
просто хуцпа, блядь, то, что он ответил. Он сам, типа, разоблачает хуцпу, типа. У него там ролики называются «Космическая научная хуцпа», там все такое. Но, блядь, какое же это лицемерие? Он, блядь, отвечает вот так же, используя вот эту хуцпу. Он просто, блядь, отвечает, что... Он, блядь, отвечает, что если вы себя считаете там каким-то таким ущербным, то это ваша проблема. А я никогда в жизни не говорил, что евреи виновны в там мировых заговорах и проблемах и в ограблении гоев при помощи космической программы, которую я разоблачаю всю жизнь, и что никогда про нобелевских лауреатов, что они все евреи, не говорил. То есть он полностью пиздит лицемерно, полностью хуцпу настоящий. То есть он... У меня есть вырезки, где он прямо и говорит, что, блядь, это просто пиздец. Я просто... Я бы понял, если бы он сказал, что, ну, блядь, да, там, типа, антисемит, блядь. Так он, блядь, просто начинает так врать лицемерно и такую хуцпу нести, блядь. Чё за хуйня? Это ж просто охуеть. Он там сидит, там у меня есть, короче, ну, возможно, он забанит этот и этот канал. Есть канал, короче, «Космоса нет», где есть вырезки, где они сидят вот с этим неонацистом из Финляндии, и они прямо обсуждают, и тот неонацист говорит: «Нас, меня, блядь, просто заебали, эти евреи грабят, эти сионисты там грабят белых людей на всем мире, блядь. Мы не, вы не живем, они там, блядь, их во всем обвиняют». И этот, которого сейчас вот так вот отвечает, он там, на этом стриме, говорит: «Я полностью согласен с этим», там вот, называет его на его ник, потому что тот скрывает, конечно же, свое настоящее имя, фамилию, что нас действительно грабят, и это те, это его цитата, чью национальность нельзя называть, и он это, и это таких роликов дохуя. И тут, блядь, я слышу, как он говорит, что я никогда в жизни не обвинял евреев в мировых заговорах, в том, что они масоны там распиливают деньги на космические программы, что они в научные эти факультеты все заселили там и навязывают там. Он полностью все это пропагандирует во всех своих роликах, блядь, и стримах, и везде это все, блядь. И ему еще, блядь, донатят и пишут хвалебные комментарии и в чате: «Евреи из Израиля, блядь». Что, блядь, происходит? Это просто... И я ничего не могу против него, разъебать его не могу, потому что он просто забанит мой канал. И он угрожает, он даже угрожать уже не будет, как он обычно всегда делает. Он просто забанит, и еще и ментов ко мне подошлет, блядь. Потому что он сам мент, блядь. Он всю жизнь проработал ментом. При этом, блядь, он писал, блядь. Я не буду там что говорить. Это просто пиздец. О нем можно молчать, типа, трусливо. Потому что невозможно о нем ничего говорить, потому что он просто тебя забанит и вычислит твой адрес и любого, кто его критикует. И угрожает, блядь. Это просто пиздец, блядь. Это просто пиздец. Я в ахуе просто.
сколько он там говорил антисемитских высказываний, он даже про Холокост, блядь, там говорил, осуждаем, блядь, осуждаем. И он отвечает на вопрос, что такую хуцпу отвечает, блядь. На вопрос отвечает, блядь, такое. Это просто хуй.